Старшиня облвыканкама сьогодні зустрівся со студентами і супрацовниками Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини. По словам Геннадія Солов'я, такі зустрічі допомагають підтримувати пряму сувязь поміж органами влади і насельництвом. Об чому йшла розмова, відають наші кореспонденти. Во университет Геннадий Соловей проезжает за полгодины до початку сустречи. Гэты час отведены для ознаёмления с несколькими выставами. Выкананные у старожитном стиле драўляные образы можно назвать культурной и историчной спадчиной. Гэта сапраўды уникальные работы, якія дозволяют больше глубоко асэнсаваць наше минулое. Размова об истории и культуры протягивается подчас презентации факультета университета. Подчас огляду макета Гомеля 12-го стагодзя старшиня аблвыканкама кажа об уладкаванні стоянки першабытнага человека у Калинковицким районе и планах по реконструкции сядибы у вёсцы Хальш на Веткаўшине. Хоть свой уклад студенты, выпускники и супрацовники университета могут унести не только у захования минулого. Подчас сустрэчы Геннадий Соловей огучвае информацию об ситуации в регионе. Основные темы – развитие IT-технологий, притягнение инвестиций, у тым лику для открытия вытворчества у районах, створение махчимостей для реализации идей у технопарках. И еще одно питание, актуальное для всех без выключения – меры, что принимаются на Гомельщине по борьбе с коронавирусом. Когда мы сейчас касаемся ковида, видим, болезнь для нас очень, можно сказать, она изучена не в полном объеме, но имеет большие непредсказуемые последствия. Поэтому наша задача на сегодняшний день – и слушаться врачей и помогать. Что мы сделаем со своей стороны в госполку. И в этом году мы уже тоже заложили в системе здравоохранения дополнительное сигналование. Конечно, придется дополнительно, мы не знаем, какая будет третья волна, вторая для нас была очень серьезная. Геннадий Соловей закликая присутных задавать пытания на любые темы. Обмерковываются перспективы развития у регионе спортивной базы, будовництва сучасной школы и нового корпуса больницы худкой медицинской допомоги у Гомеле, реконструкция мемориала «Партизанская крыничка», обеспечение жильем молодых специалистов. Урешце потекавиться у губернатора планами отрымливается не каждый день. Посещая в прошлом году Нарулянский район, мы с президентом показывали, и вы можете помните, строительство жилья на селе, и акцентирую внимание. Наша беда на сегодняшний день заключается. Мы сегодня все стягиваем большие города. Мы забываем про население, которое сегодня живет в поселках, деревнях, в городках. Даже сегодня городки уже остаются как-то ущемлены. Сустрэча старшыні аблвыканкама со студентами и супрацоўнікамі Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны протягивается амаль полторы годины. После ее завершения присутные кажут, что почули шмат цікавага. Такие размовы сапраўды дозволяют подтрымливать прямую сувязь помеж органами улады и людьми. Мне понравилась встреча с губернатором. Мне кажется, он достаточно точно ответил на все интересующиеся вопросы и был расположен к беседе. Я соглашусь, что любая проблема, озвученная на таком уровне, она быстрее воплощается в жизнь, и нужно поднимать такие проблемы, и они будут быстрее воплощаться, быстрее решаться. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».